К 3 годам мы поняли, что Маша особый ребенок. Вот в период, когда она ходила в специализированную школу, это был более-менее такой стабильный момент. А когда через 12 лет школа закончилась, встал огромный вопрос, а что дальше? К тому времени у нас проблемы были очень велики дома с Машей. Она стала крайне беспокойной. Не хватало ей, видимо, общения социального, какой-то значимости. Человек ведь существо социальное, ему нужна среда. Мы узнали год назад о центре. Этот центр удивительный. Он нам изменил всю жизнь. Жизнь наша как бы возвращается к ней. Спасибо.